Друзья, всем привет! Снова я и снова магазин Fix Price, город Омск. Давайте прогуляемся, посмотрим, что нового интересного привезли. Антистатик для одежды Лана 3 в 1. Устраняет прилипание тканей, смягчает и дезодорирует и уменьшает накопление пыли. Объем у него 200. Боксы для хранения 6 литров. Называются рукоделия. Уже не в первом фикс-прайсе вижу активное расхламление складов, потому что очень много вещей появляется, которые были давным-давно. Сейчас они все в зале. И смотрите, вот такие сувенирные доски. Приходили они когда-то, даже не помню когда, с блёстками. Цену на такие, конечно, нужно будет искать. Здесь их нет. Ну, видимо, вот три штуки, которые были, вынесли. Мини-контейнеры для каких-нибудь мелочей, для специй. Баночки вот такие с крышками. Объем баночек 70. Здесь 8 штук в этом наборе. А здесь 6. Они немножко поменьше. Объемом 40. Электрический карандаш для специй. Работает от двух батареек, они идут в комплекте, похож на птичку. Что можно сделать этим карандашом, так это украсить какие-нибудь продукты. Чернилами служат сухие специи. Например, корица, коричневый сахар, какао можно взять и даже паприку. 149 рублей, разные цвета. Молотки для мяса от Kitchen. Это нержавейка и пластик. Они, кстати, увесистые такие. Органайзеры для холодильника. Хороший плотный пластик. И здесь есть удобная ручка. Сюда пальцы просовываете, удобно выдвигать. Полупрозрачный пластик еще, кому нравится такой. Силиконовый кондитерский мешок с 6 пластиковыми насадками. На вид хорошая штука. Я в первый завоз себе не купила, но подумываю. Объем 500 у него. Мягкая часть. Думаю, даже тесто можно жидкое сюда помещать. Подставки под горячие. Нашла только два цвета. Диаметр 17 сантиметров. Это термопластичная резина. Большие салатники. Литр 640. Это фаянс. Есть еще зеленые такие. 229 рублей. Смотрите, друзья, что привезли. Это двухъярусные корзины для фруктов. Хороший повтор. Кто не успел в первый раз купить, может успеть сейчас. Углеродистая сталь и деревянная ручка. Я себе такую брала. Вот их сколько много. Керамические пиалы. Тоже очень много. Такой зимний вариант. Очень тяжелый салатник, большой по объему, 2,5, толстое стекло, и тоже их много. Здесь 2, смотрю, и тут целая стопка. Наступают уже холода, появились вот такие наушники. Это полиэстер. Много цветов на выбор есть. Серые, черные и молочные.
Небольшие красивые коробки для хранения. Называются они «Кристалл». 124 рубля. Универсальные боксы небольшие тоже за 116 рублей. Небольшие ночники от Фларкс для деток. Работают от сети. Очень удобно. Никаких вам батареек не надо. Звездочки, облака. Ароматическое саше. Друзья, посмотрите, какое шикарное оформление. Это ручная работа из соевого воска. Есть аромат сливочная ваниль, мандарин, кокос. И ароматы такие ненавязчивые, не сильные, приятные. Наборы специй. Вот такие мельнички. 4 штуки на подставке. Они, кстати, в стекле. 249 рублей стоит. Итальянская смесь. Букет перцев, чеснок, травы. И для курицы. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего настроения и до новых встреч!